А на GTA 5 RP давным-давно уже можно через бонусы получить такую же клавиатуру, лишь просто играя на сервер и выполняя квесты. Играя на сервере, нажми на F10, а затем выбери в настройках аккаунт и введи промокод, состоящий из трех букв LEV. Мой промокод даст тебе 12,5 тысяч долларов, а также випку на 10 дней для прокачки твоего аккаунта. Играй вместе со мной на GTA 5 RP Strawberry и вводи мой промокод. Приятной игры, друг, и приятного просмотра. В видео последнем вы видели, как я продавал Volkswagen Touareg, который был у меня около 2 месяцев. Скажу вам так, продать эту машину было очень сложно, потому что цены на тачки упали. Решившись на отчаянный шаг, я продал Touareg в гос и пошел играть в казино. Тем самым я выиграл там огромную сумму денег. Я этого не записал, поскольку у меня не было возможности отката последних 2 минут видеозаписи, так как я менял драйвера видеокарты. Скажу честно, я сделал эту запись уже после того, как выиграл в первый раз, поставив на 0 1000 фишек. Здесь вы видите Cadillac Escalade, который был у меня около 2 месяцев. Я на нем катался без видеозаписи, но оставил пару фрагментов и впечатлений о данной машине. Cadillac — это прекрасный вместительный автомобиль с отличной управляемостью и багажником 100 литров. Скажу честно, он оправдывает свою государственную стоимость 3,5 миллиона, но при этом он является абсолютным неликвидом на проекте. Все это потому, что люди, заработав некоторые деньги, покупают быстрые машины, ну а также и вместительные. Ну а тот же самый гелик, который стоит 4 миллиона, вмещает в себя 140 литров. Я думаю, что Кадиллаку стоит добавить вместительность багажника хотя бы до 200 литров, поскольку в машине реально есть дофига места. Максимальная скорость, которую я видел у Кадиллака, это 288 км, что вполне хватает перебраться из одной точки в другую без каких-либо конфузов. Ну и, конечно, пустынную дорогу и всякие преграды он пролетает на ура. Стоит отметить, что данный автомобиль крайне престижен, поскольку недавно вышла песня Кадиллак, которая взорвала просто все чарты и возвысила данную автомобильную марку на первые места рейтинга. К слову, давайте уже перейдем к выигрышу в казино. Я долго-долго думал вообще, как вам это можно показать. Продал Cadillac Escalade GOS и решил пойти на эти деньги, на эту сумму, поиграть в казино. Авось мне повезет. Ребят, вы даже не поверите, чем я рисковал. Столь короткая пауза окинула мой дом просто молчанием. Я выиграл в казино 36 тысяч фишек, залив 1000 на 0. Поверьте, данную схему можно просчитать, как 50 ходов не выпадало зеленое. Но, или просто рассчитать как везение. Откуда же я знал, выпадет зеленое или нет? Вам я все-таки даже и не советовал бы играть в казино даже в играх, поскольку можно проиграть все свое состояние, которое нелегким путем добывается на gta5rp.com. Поверьте, чтобы заработать какую-либо сумму денег, вам придется реально попахать. Ну или найти какую-нибудь работу, которая будет приносить вам по 100 тысяч долларов в день. Переходя от одного человека к другому, я заметил, что я стал как Кизару и решил приобрести автомобиль, который... А сейчас мы увидим это, кстати. Ну, давайте. Играю на этом замечательном проекте, и сейчас я буду приобретать наконец-таки автомобиль, о котором я, соответственно, мечтал и грезил. Это Lamborghini Huracan, дорогие друзья. Вы просто взгляните на грацию, комфорт этого автомобиля, который вы сейчас, видимо, узрите. Тут можно, конечно, взять Tesla Model X, можно взять, конечно, Tesla Model S, но надо ли нам это? Конечно же, нет. Поэтому мы сразу находим Lamborghini Huracan черного цвета с каким-нибудь... А, это диски надо вот выбрать, вот с черными дисками. И просто берем и покупаем. Все. Lamborghini Huracan. Сразу ставим номера. Как там номера поставить на нее? Повесить номера. А номера у меня где в инвентаре, да? Вот так берем и вешаем номера на нее. Все. Лампы теперь у нас на номерах 3-3. И сейчас мы поедем ее, соответственно, тюнинговать. Как вы видите, люди отлетают, конечно, изрядно. Так, ну ламба дрифтит, это, конечно, понятное дело. Ну все, едем тюнить наш автомобиль. Почему такая отчаянная покупка у меня была сделана? Потому что я выиграл в казино, занял еще 2 миллиона у своих друзей и решил приобрести ламбу. 2 миллиона я все равно отобью за некоторый промежуток времени, не верну.
Вот. Но вопрос все-таки в том, какую машину было брать. Все равно ламбу я смогу обменять в любом случае на что-нибудь. И это, считайте, какая-то инвестиция в будущее. То есть, если следующая машина, то это по-любому будет акула. Так, ставим двигатель. Узрим сейчас, что у нас находится под капотом. Так, закидываем сразу броню. Все остальные вещи тут. Ну, неплохой вариант, я считаю. Летаю на лампе, так сказать, пока мой друг чалится. Ну, неплохо получилось, я считаю. Так вы проверить-то не хотите, проезжала ли машина? Не сдавай мою ламбу. Давайте. Ну, стоял кто-то, потому что белый чувак в одежде. И нас пропустили для съемки видео. На военную базу. У вас информация, ребят, у нас реально там какой-то чувак стоял. Вот тут мы заезжали, когда стоял белый чувак, сказал, да, можешь заехать. Часами ранее. Чуть дальше, вот мы стоим. Где лампа? Вот лампа стоит, что не видишь? Здравствуйте. Лампу не видишь? Второй гражданин, да. Здравствуйте. Нас запускал майор, командующих войск. Садись в машину! Нас запускал майор командующих войск. Выйдите из автомобиля. Лёва, я не видел. У меня контрабанда на 100 тысяч. Теперь я же не ПГшник. Я как крыса поступил, да? Всего доброго, Андрей. Хорошо тебя отсидеть. Я их не слышу, стой. Ну вот, друзья, подошло видео к концу. Спасибо большое, что смотрите мои видеоролики. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А с вами был я, Лимонтий. И отличник лайф. Конечно же, ваш отличник лайф. Да, а может подписаться бы на мой канал, как считаете? Я вот думаю, стоит. И зарегаться по промокоду Лев. Обязательно на сервере GTA5RP.com/Strawberry. Вот, кстати, та клавиатура, о которой я вам говорил в начале видеоролика. Как вам бы ее показать? Вроде как все. Всем пока.